Всем привет, друзья, и с вами снова я, Светлана Ата. Друзья мои, спасибо большое вам за ваши просмотры. Моя первая презентация о компании Global Intergold. Я очень благодарна вам, я даже не ожидала, что оно вам так понравится, потому что очень много я получила комплиментов, комментариев. И вы знаете, что я буду продолжать это. Так вот. Часто вот когда обращаешься к людям со своим предложением о заработке в компании Global Intergold, они задают один и тот же вопрос. И вот поэтому я хотела ответить сразу всем вам на этот вопрос. Чем занимается ваша компания? Что она делает? Как надо работать? И что надо делать? Вы так говорите, легко зарабатывать такие деньги. Нет, друзья мои, компания Global Intergold занимается продвижением нашего продукта на мировом рынке. Этот продукт инвестиционного золота 999,9 пробы 24 карата. Мы занимаемся. Основная наша работа – это рекламирование нашей компании, нашего продукта, чтобы больше становилось клиентов компании Global Intergold, покупали наше золото, также ценные бумаги, инвестировали в ценные бумаги и золото. Ну так вот, надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Нашей компании надо быть, самое главное, уверенным в том, что ты добьешься всех результатов. Вчера я смотрела вебинар Марка Марцинковского. После этого вебинара у меня появились крылья. Он зажег меня, действительно, это такой лидер, который делает такие успехи в своей работе. Он так старается, так зажигает всех, так мотивирует. Он, с него действительно можно брать пример, потому что он большая умничка. Он идет к успеху, и я даже вот думаю, как же мне это все успеть? Я не успеваю, мне времени не хватает, как и у него тоже. Я очень много чего хочу научиться, очень много хочу познать чего в жизни. И не хватает физически времени. Но самое главное, друзья мои, проснитесь вы, наконец-то. Смотрите, какая красота. Смотрите, какая красивая жизнь у нас. Не бойтесь трудностей, друзья мои. Трудности бывают у всех, но нужно пройти их, и тогда вы действительно добьетесь всего в жизни. И еще хотела рассказать вам о моем лидере, спонсоре Евгении Левинто. Эта женщина молодая, с двумя детьми, приехала в Турцию. 5 лет она здесь живет. Она занимается только компанией Global Intergold. Она снимает квартиру, она смотрит детей. Дети ее посещают, все кружки. Все это платное, как в Турции, знаете, не имея гражданства. Она планирует очень скоро купить квартиру. И она 2-й год в компании. Я новичок, 5-й месяц. Я не добилась таких результатов. Честно вам скажу и не буду обманывать ничего. Но ведь надо смотреть на тех людей, которые проработали в нашей компании, добились результатов. Это минимум. 1,5 года больше она работает, и у нее уже такое стабильное положение финансовое. Она не задумывается, где ей достать деньги. Она может себе все купить, все приобрести. Она посещает салон. Это успешная бизнес-вумен. Кстати, она открыла сейчас офис компании Global Intergold в Алании. Друзья мои, пожалуйста, приходите туда. Она вам все расскажет, как начать зарабатывать деньги. Как выйти из зоны комфорта и в том, что вы сейчас находитесь в этой вашей зоне. Вам все так уютно, приятно. Вы не хотите ничем пошевелить себя. Вам, наверное, так удобно. Но нужно менять свое финансовое положение. Женщина, когда финансово независима, ее будет уважать и муж, и родственники, и друзья. Когда женщина будет иметь свои деньги, поймите меня. Да, многие
имеют, живут в достатке, и все. Но мы думаем о том, чтобы у меня были свои деньги, чтобы я могла выйти вот так, пойти с подружками, посидеть, поехать куда-то, развлекаться, купить какую-то свою вещь. Это, знаете, как бы поддерживает очень, когда ты имеешь свои деньги. Вы сами знаете, и мне учить-то вас нет необходимости. Поэтому, друзья, смотрите на наших лидеров, на многих людей, которые в компании по несколько лет. Если бы была такая плохая компания «Лохотрон», они бы не добились лидерского уровня. Лидерский уровень – это вообще перспектива. Поэтому нужно стремиться к лидеру, к лидерскому уровню, добиваться больших высот. Не то чтобы зайти просто, как многие делают. Зашли в бизнес и сели. Отказали им пару десятков и сели. Нет. Действительно, Марк правильно сказал. Люди, вы должны быть довольны и счастливы тем, что у вас есть руки, что у вас есть ноги, что вы слышите, что вы видите, что вы можете обучаться. Люди, которые многие из которых не имеют этого, они вышли, известными стали, популярными в мире, добились всех высот, как говорится, материальных, и живут, наслаждаются известным. Вот берите с них пример. Друзья мои, не падайте никогда духом. Знаете, что нужно менять, не нужно жить в том некомфорте. Вот у меня много очень было таких случаев, когда видели мое объявление на страницах сети и подписываются. Я им говорю: друзья мои, не нужно спешить, это не регистрация, это ни к чему не обязывает, в принципе, но это не главное. Нужно поговорить с вашей семьей, особенно касается женщин иммигрантов, жен, которые вышли замужем в Турции. Вот они сами принимают решение, спешат и уверены в том, что у них они начнут. Но я-то знаю исход. Они, естественно, сначала загораются: пришлите нам всю информацию, мы хотим, мы устали сидеть с детьми, мы устали бездействовать, ничего не зарабатывать, мы хотим иметь свой... У них такая мотивация есть в первый день, но после того, как они посмотрят, ознакомятся с этой информацией, то, что я присылаю, они исчезают. Почему? Потому что следующее их сообщение: я поговорила с мужем, и муж мне не разрешил. Знаете, что я хочу сказать таким? Вы прежде всего вы должны думать своей головой, а не муж должен думать за вас. Да, вы приняли решение, приехали сюда, и все. И что вы здесь? Вы здесь не будете себя чувствовать так комфортно, потому что вы не сможете найти ту работу, которой вы занимались раньше у себя на родине. Женщины, девочки мои хорошие, мамочки в декрете, послушайте меня, выходите уже, не надо слушать своих мужей, не надо слушать никого. Мой муж тоже был против. Они не понимают, как можно зарабатывать деньги в интернете. Но я не послушалась его, но после этого мой муж меня стал больше уважать и ценить, и родственники стали по-другому относиться ко мне. Вы понимаете, ваша самооценка увеличится после того, как вы измените свою жизнь и примете свою, и самостоятельно будете принимать решения, а не слушаться мужа. Поймите только, это я хочу довести до вас. Вы, допустим, сейчас живете, вас устраивает то, что есть. И первые ваши жалобы, когда я спрашиваю, как вы, что, сижу дома, и вас это устраивает сидеть, продолжать дома, муж ваш работает, а вы будете целый день дома сидеть, неужели вы не хотите поменять себе всю жизнь? Научитесь самостоятельно принимать решения, ведь вас же потом больше будут уважать все. Мне 47 лет, я прожила жизнь. Очень много я увидела в этой жизни. И я говорю вам, что нужно быть в первую очередь финансовой независимостью, самостоятельной. И вы можете изменить жизнь. Вот вы же, прожив в браке с мужем, сколько раз вы ездили куда-нибудь? На природу. Не то, что там вот в парк выйти пообедать. Куда-нибудь путешествовать, отдыхать.
посчитаете, что очень мало, ваш ответ будет таков. А почему? Потому что у вас быт сейчас один и тот же. Если у вас за сколько времени не получилось изменить его, у вас будет это продолжаться на протяжении всей вашей жизни. И только вы сможете изменить свою жизнь и жизнь своей семьи. И потом ваш муж будет благодарить вас за то, что вы не послушались его тогда и сами приняли решение. И будет вам больше цены. Так что, мои хорошие, и только вы вправе решить за свою жизнь, решать за свою жизнь. Неизвестно, что будет завтра, но у вас будет копейка. И я вам гарантирую, что в компании Global Intergold вы сможете заработать. Девочки, здесь есть программа на золото. Это быстрый заработок. Но нужно приглашать людей максимально. И тогда вы начнете зарабатывать. Программа на ценные бумаги. Там 7 источников дохода. Вы будете зарабатывать деньги каждый день. Это первый источник. Каждый день. От роста ценных бумаг. Рост ценной бумаги каждый день вырастает в цене. Когда началась эта программа, стоимость ценной бумаги была 10 евро. На сегодня 33,42, по-моему, если я не ошибаюсь. 300 раз уже увеличилось. На 200% это точно. А вы представляете? Каждый день они растут. В конце года, это первый доход, в конце года 12% компания дает надбавку за все ваши купленные ценные бумаги. И 6% бонуса. Это как 13-я зарплата. 13-я зарплата. Вы получали когда-нибудь? Я получала, но это когда я работала в российском госпитале. Это был праздник. Это было равносильно нашей зарплате. Так вот, сколько вы купите за год ценных бумаг, от этой суммы вам компания начислит 13-ю зарплату. Это 3. Если у вас вы начнете не пассивничать, не сидеть ждать то, что вы купили один раз ценные бумаги, все. А если вы будете продолжать приглашать людей, то вы будете получать обалденные бонусы. А если вы будете работать и на золоте, и на программе ценных бумаг, вы заработаете еще больше. Дойдя до лидерского уровня, вы сможете вздохнуть. Обо всем этом, о маркетинге программы, я расскажу вам в следующих моих роликах. Ну, друзья мои, я прошу вас, когда вы спрашиваете, задаете вопросы, и я отвечаю на них, немножко подумайте головой, не отказывайте сразу от моего предложения, подумайте хорошо. Девочки, 9 лет на рынке, вы понимаете, друзья мои, девочки, мальчики, что вы оттягиваете? Начинайте сегодня же, завтра же, звоните мне, пишите, я всегда вам помогу. С вами была Светлана. И ждите моих новых видеороликов. Друзья мои, присоединяйтесь в нашу компанию Global Intergold. Меняйте свое финансовое положение, будьте финансово независимы. Я жду вас. Всегда готова буду вам помочь. Пока, до новых встреч.